У наречия else несколько основных значений. Во-первых, это другой, отличный. Пример. Ask somebody else. Спроси кого-то другого. Или значение еще. What else do you want? Что еще ты хочешь? Хотите узнать больше о том, как используется наречие else? Тогда оставайтесь со мной. Меня зовут Лера, вы смотрите канал Puzzle English. Итак, наречие else может использоваться с местоимениями, которые начинаются на some, any, no, every. Пример. Nothing else. Ничто другое, ничто еще. Да? Перевод зависит от нашего контекста. Сразу обращаю ваше внимание, что возможно использование притяжательного падежа но именно со словом else. Не somebody, а со словом else. Да? Вот наш пример. Somebody else's pen. Ручка, принадлежащая кому-то еще, кому-то другому. Да? То есть не моя ручка. Слово else используется с такими словами, как what, who, where, whatever, wherever, когда они образуют либо специальные вопросы, либо вводят придаточное предложение. Пример. Who else did you invite? Кого еще ты пригласил? Да, то есть смотрим на порядок слов. Else у нас ставится после вопросительного слова. Далее идет обратный порядок слов, свойственный вопросам. Также else может использоваться со словами «much» или «little». Например, да? «I have little else to say». «У меня мало слов». «Нам немало, что есть сказать». Дословно можно перевести. Переходим к выражениям с «else». И, конечно, наше первое выражение – это «or else». Оно обычно на русский язык переводится как «иначе». И часто может заменяться словом «otherwise». Ну, либо наоборот. «Otherwise» – просто более формальный способ. «Or else» – более разговорный. Пример. «We should go now, or else we will be late» нам бы надо сейчас уже идти, иначе мы опоздаем. Также or else используется в сочетании с either. И на русский язык такая конструкция обычно переводится то ли, то ли. То есть у нас есть два выражения, две мысли, две идеи, и мы не можем понять, мы не знаем, что из этого правдиво. Пример. He is either stupid or else he is a genius. То ли он глупый, то ли он гений. Непонятно, мы не знаем. Далее, и последнее выражение на сегодня это above all else. Это такое более выразительное выражение, чем просто above all, и оно переводится как в первую очередь. То есть мы его используем, когда хотим подчеркнуть какую-то важную мысль. Да, можно вот доб... к above all, можно добавить else. Итак, на этом наш урок подошел к концу. Мы подготовили для вас упражнения, чтобы вы могли потренироваться, посмотреть, как переводятся различные сочетания с else. Я желаю вам успехов в изучении языка и увидимся в новых уроках. Пока-пока!